37 школах Одинцовского округа 25 мая прозвенел последний звонок. В первой галицинской школе почетным гостем стала председатель окружного совета депутатов Татьяна Одинцова. В этот раз выпускниками 11 классов стали ребята, которых она принимала в первый класс, будучи директором этой школы. Также в мероприятиях по всему муниципалитету участвовали начальник управления образования Одинцовского округа и местные депутаты от фракции «Единая Россия». Всего звонок прозвенел для 2173 учеников 11 классов и 4865 ребят из 9 классов.